Hey, 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 hey. Жень, привет. Привет. Организатор, правильно? The Challenge. Да. Очень интересует вопрос о фестивале. Хорошо. Сколько участников, чем награждаете? Ну, поподробнее. Значит, в этот раз мы решили сделать фестиваль 2 дня, потому что количество участников с каждым годом растет, и времени не хватает, и решили разделить на contemporary отделение, и следующий день у нас будет хип-хоп отделение. Радует то, что количество участников растет, и видно перспективу того, что фестиваль будет тоже расти, как и на уровне исполнительском танцоров, так и организационном тоже. Contemporary танцоров, в принципе, достаточно много в Украине. И я советовался с студиями, они сказали, что по сравнению с прошлым годом дети танцуют лучше, взрослые сейчас еще только идут, поэтому ничего не могу сказать. Но про детей они сказали, что радует, они танцуют лучше, чем в прошлом году. Чем награждаете победителей? Мы сотрудничаем со многими спонсорами. Конкретно название спонсоров я, точнее, не знаю. Вот. Я больше по другой части организовываю фестиваль. Конфеты, кубки, медали, грамотный каждому участнику. Да, у нас идет грамота. И награждаем первые 3 места. Мы спонсорскими сертификатами, я видел, это будет танцевальный лагерь в Болгарии. Там сертификат номиналом от 300 евро до 1000 евро. То есть в зависимости от занятого места. Мы еще придумали в этом году каждому первому месту в хип-хоп дне подарить такую кепку с надписью «Чемпион». Эта кепка не продается, то есть ее нужно только заслужить. И да, вот такой вот редкий, так сказать, подарок. Если вы видите, что человек идет, танцор, в этой кепке, знаете, что он ее не купил, а он ее именно выиграл. Достойный очень судейский состав. По каким критериям отбираете судей на свой фестиваль? Отобрать, конечно, сложно судей, потому что хочется, чтобы было супер-супер объективное судейство. В этот раз мы решили как бы тем людям доверить судейство, которым мы тоже неизменно доверяем. И знаем, что их опыт и профессионализм никогда не подведет. И действительно, результат судейства будет на высоком уровне. И задействуем судей, участников, допустим, танцевальных коллективов, которые только восходят на, так сказать, на танцевальную арену, на судейский уровень и тому подобное. Вот. Ну, конечно, если мы приглашаем судью-специалиста, то мы, безусловно, доверяем ему и считаем, что это достойный, ну, как бы не то, что достойный, а участники должны гордиться тем, что их оценивают такие профессионалы. Евгений Кулаковский специально для Dance TV UA. Hey.